Пожалуйста, коллега Зубрилин. Николай Григорьевич, у вас будет один или два вопроса? Один. Пожалуйста. Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, данный законопроект предлагает повысить минимальный прожиточный уровень на 231 рубль. Но если даже всем категориям пенсионеров Москва повысит на эту сумму минимальный прожиточный уровень, то нужно всего лишь 700 миллионов. Но у Москвы есть более серьезные ресурсы. Мы предлагаем повысить на 2000 рублей. И даже в этом случае нужно будет потратить на выплаты всего лишь 6 миллиардов рублей. Это мизерная сумма по сравнению с более чем 3-триллионным бюджетом города Москвы. Неужели у нас нет таких ресурсов для наших уважаемых пенсионеров?